все атмосферно. Завораживает. Обошли театр. Действие было поставлено в двух частях. Первое действие 60 минут, затем антракт 10 минут и второе отделение 65 минут. Там все во времени уложились. Декорации на колесиках, дарпренеры помогали. Сцена иногда менялась прямо во время диалогов. В одной части сцены здесь 5 таких вот дверей с занавесами раздвижными. Выходила одна группа актеров, давала диалоги. В центре другая, и слева третья. Иногда это все перемешалось. Очень мне понравилась сцена, когда Мина читала дневник Джонатана. Чеснок принесли. Я успела начало сцены снять. Просили не снимать. А здесь в фойе шикарнейший рояль. Я не знаю, играют или нет, но он очень старинный. Мы прекрасно провели время. Надеюсь, вы тоже любите театр. Так же, как люблю его я. Если нет, откройте для себя театр. Это великолепное времяпровидение. Даже лучше, чем посмотреть фильм, когда играют живые актеры. Всем прекрасной осени. Расскажите о своем театральном сезоне. Всем пока.